В соответствии с приказом министра просвещения Республики Казахстан с 9 по 12 июля текущего года пройдет регистрация для прохождения тестирования оценки знаний педагогов. Для аттестации педагогов регионов, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, тестирование будет проводиться в первый раз на бесплатной основе с 13 июля по 13 августа, во второй раз на платной основе 21-29 августа. Педагоги, не прошедшие тестирование на бесплатной основе в сроке с 18 апреля по 13 мая, могут сдать второй раз на платной основе с 10 июля по 13 августа. А также для лиц без стажа, имеющих педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю или имеющий документ о педагогической переподготовке, а также желающие возобновить педагогическую деятельность, могут сдать тест 10 июля по 13 августа, в первый раз на бесплатной основе и 21-29 августа во второй раз на платной основе. Во время отпуска педагоги могут пройти тестирование в городах пребывания. Для этого при регистрации им необходимо указать данный город. Во время проведения тестирования во всех регионах созданы координационные центры. По возникшим вопросам касательно аттестации можно обратиться на контактные телефоны, размещенные на сайте Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан.